Basket News LT žiūrovai, čia esame Maskvos CSKA arenoje ir netrukus prasidės Žalgirio ir CSKA rungtynės, bet prieš tai mes sužaisime vieną žaidimą su žiūrovais. Jiems reikės atspėti, o gal jie ir žino, kas tai yra per krepšininkas. Turėsime ir daugiau pavyzdžių, pasižiūrėsime. Вот, первая фотка. Кто он? Сабонис. Первый. Сабонис. Сабонис. Это Сабонис? Да. Аравидас Сабонис. Аравидас Сабонис. Сейчас играет. Затрудняюсь, не фанат Жальгириса. Янкунас. Янкунас. Это не помню. Но он у нас тоже играл, я имею в виду в России. Фамилию не помню сейчас. Сейчас... Имя Паулюс. Янкунас. Я не знаю. Это Паулаускас. Ой, нет, вот сейчас он играет. Марчуленис. Ой, тренер. Сейчас, секунду. Блин, ну... Куртинайтис. Хомичус. Тогда этот... Золотые века СССР, а? Куртинайтис. Да. Фамилию не помню. А имя тогда? Ну, вот только визуально помню человека, а именно, что как зовут. Это имя Римас. Куртинайтис. Да. Химки тренировал. Вы знаете по фамилиям, кто вот десятый был? Куртинайтис. Да. Да, угадал. Ну, это Хомичус. Ой, это тот самый, десятый номер. Тренер Химок был. Как у нас? Я не знаю. Римас? Римас Куртинайтис. А, да, я просто в молодости не видела. Вальдемарас нет, секундочку, это Марчеленис. Сейчас он тренером работает. Недавно тренировал Химки. Марчеленис. Марчеленис, по-моему? Нет? Что-то очень такое. Ну, не скажу сейчас. Римас? Куртинайтис. Отлично. Тренер Жальгириса. Как фамилия? Имя скажите. Шаруна. Марчеленис. Не Марчеленис. Инкунс. Есикевич. Есикевичус. Ну, Есикевичус. Ну, Есикевичус. Кто-то из тренерского состава? Да, сейчас. Нет, не знаю, фамилию точно не скажу. Имя Шарунас. Нет, не скажу. Знаю. Что-нибудь? Персонально еще? Знаете или видели? Нет, 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 естественно, видел. И с именем проблема. Шарунас? Шарунас. Не скажу. Вот сейчас тренер Жальгириса. Боже, как? Есикевичус. Есикевичус, да. Правильно. Ну, какой-нибудь Йовльш. Еще что-нибудь нет? Нет, затрудняюсь. Имя Вальдемарас. А Хомичус? Ну, это Тараканов. Тараканов же? Нет, это литовский. А, это вас литовский, да? Ну, похож на Тараканова, пардон. А Хомичус, да? Да. Да. Ну, к сожалению, не скажу. Имя Вальдемарас. Хомичус? Да. Хомичус. Так, ну вот этот Хомичус, да? Да. Так, ну Вальдемарас Хомичус. Ну, это совсем уже из молодых. Но он играет в ЦСКА. А, в ЦСКА? Я вообще за Химки болею. Так, ну... Так, ну не Декало точно. Ну из Франции. Из Франции? Да. Ну мимо. Это тоже молодые, я сейчас не знаю, скажу честно. Лео Вестерман. А, Вестерман, ну просто нет, не в курсе. Ну это наш товарищ теперешний. Вот заклинило, слушайте. Имя Лео.
А, да, вы Вестерман. Прям. С новых никого не могу сказать. Да, и он сейчас играет в ЦСКА. Не могу сказать, все равно. Нет, нет. Тоже не скажу. Также это наш Лео Вестерман. Так, ну это хозяин команды Жальгирис. Ну он мэр Каунаса. Да, да, да. Я так понял. Он нигде не играл. Я так и понял. Не знаю человека. Не знаю. Ну он вообще не игрок. Не игрок? Нет, тем более не знаю. Вот этого товарища не скажу. Никогда не видели, да? Нет. А на площадке видели когда-то? Ну, в такой форме, к сожалению, не это самое, не припомню. Не скажу, не знаю. Это не. Нет, не я знаю. Тоже, Паш. Не знаю. Нет. Ну, это легенда. Ну, тоже не скажу, как правильно зовут. Не буду брать. Как зовут? Висвалдес Матеошайтис. Я бы в жизни бы это не повторил. Попробуйте. Висмалдес Валдишайтис. Практически, да? Извиняюсь за это. За произношение. Он мэр Каунаса. Ну, я бы даже не сказал бы никогда. В смысле, он нигде не играл. Ну, дай бог ему здоровья просто. Недавно были в Литве, может быть, где-то там и видели.